Добрый вечер, дорогие телезрители. Приветствую вас в телекафе «Вечерний Витебск». С вами Артемий Васильевич и Иван Павиченко. Тоже всем говорю добрый вечер и приветствую тебя. Привет. Ну, расскажи, пожалуйста, что сегодня ждет нас с нашими телезрителями, о чем будем говорить? Знаешь, все последнее время задумываюсь, что в нашей жизни как-то очень много магии. И вообще каждый... Часто ты задумываешься в последнее время. Часто, часто. И мы, на самом деле, даже в какой-то степени немножко волшебники. Поэтому сегодняшний вечер я предлагаю посвятить магии. А почему волшебники, могу объяснить. Вот еще в совсем недавнем будущем, представь себе реакцию на тот момент современного человека, если бы ему сказали, что его портрет можно сделать буквально за долю секунды. Ну, не магия же, магия. Ну, на сегодняшний день к фотографии отношение у нас совсем другое, но когда фотокамера находится в руках настоящего профессионала, это действительно чудо. Ну, сегодня фотокамера вообще находится в руках всех людей, вот, поэтому среди них еще нужно найти этих профессионалов, и хорошо, когда удается найти и пригласить к нам в студию. Но вот через несколько минут мы начнем знакомиться, но сначала посмотрим афишу, узнаем, что интересного подготовила культурная программа и куда можно будет отправиться завтра, чтобы посмотреть, а потом будем смотреть на снимки. Кинотеатр «Мир» представляет фильм в жанре фэнтези «Приручить дракона». Начало показов в 10.30 и 13.45. Дом кино приглашает на мультфильм «Огрики». Начало показа в 12.20. Белорусский театр «Лялька» покажет спектакль «Еще раз про красную шапочку». Добрые кукольники решают прогнать страшного волка из всем известной сказки. Но сам Серый вряд ли на это согласится. Начало спектакля в 18.00. И сегодня в гостях у «Вечернего Витебска» фотограф, художник, преподаватель Витебского государственного технологического колледжа Алексей Карасев. Алексей Борисович, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Очень рада вас видеть. Спасибо, что пригласили. Мне тоже очень приятно. В своих предыдущих интервью вы говорили, упоминали о том, что в детстве вас увлекали различные творческие инициативы, вы занимались и рисованием, вы занимались лепкой, и только познакомившись с фотографией, поняли, что именно она вас, цитата, зацепила. Вот хотел спросить, чем и в каком возрасте это случилось? Значит, прежде всего хотел бы, ну, так немножечко цепочку событий проследить и рассказать. Значит, в свое время я закончил 25-ю художественную школу. То есть спасибо большое родителям, хочу сказать, то, что они так достаточно уверенный шаг за меня немножечко сделали, но я очень признателен им за это. То есть я полностью поддерживаю их, это начинание. Значит, закончил художественную школу, поступил в университет в ИГУ Машерова на художественно-графический факультет. И вот уже начав обучение на факультете, одновременно с занятиями живописи, графики и так далее, со специальными предметами, также стал интересоваться фотосъемкой. Мне повезло, что мои начинания были поддержаны некоторыми преподавателями. Костогрызу Олегу Даниловичу хотелось бы тоже сказать огромное спасибо. Он нас смотрит, я точно знаю. Привет. Значит, я признателен, что в свое время он одобрил идею делать и курсовую работу в технике фотографика. И дипломная работа была также выполнена в цифровой фотографии с фотомонтажом. То есть на историю самого худграфа это были, ну, может быть, не самые первые, но вторая работа дипломная была выполнена в такой технике. В том числе и этот факт меня очень воодушевлял, вдохновлял. И, ну, такие своеобразные... первооткрывателем был и в своем личном опыте, ну и вот получается в таком формате тоже. С первого курса, получается, я взял в руки камеру,
простейший зенит, простая пленка. Ну, на те времена цифровая камера, даже самая примитивная, казалась чем-то немножко таким... Невероятным. Пока еще будущим было, да, но постепенно будущее становилось настоящим. Ну и все современные технологии также, конечно, осваивались. Но первые шаги были сделаны пленочной технологией. А что давала камера вот в сравнении с графической работой, живописной работой, в реализации своих идей, эмоций? Было как-то интереснее работать со снимком? Было интересно работать не интереснее, а просто это совершенно своеобразный, специфический инструмент. Инструмент выражения своих идей, каких-то композиционных решений. Как живописец использует кисти, краски, как график использует графические материалы, то же самое фотография, то есть сама по себе это повод запечатлеть, возможно, запечатлеть какие-то образы реальные или не очень реальные, в плане вот это реалистичности. Образ, правильно? Вот то, что образы сейчас у нас на экране. Но да? Эти снимки конкретно, вот данные фотографии можно обозвать как таковым, знаете, пикториализмом, когда реальность немножечко искажается, превращается уже в нечто не совсем реалистичное, да, используются всевозможные эффекты компьютерного монтажа и фотоприемы всевозможные. Отражение, съемка, их множество. Нет, вот на этих фотографиях, допустим, тут компьютера особо я не замечаю, зато есть фантазии. Вот как раз, опять-таки, возвращаясь к этому интервью, с которого мы начали, там вы говорили, что фантазии и воображение – это ваше богатство, которое вам удалось сохранить с детства. И сегодня для удачного снимка часто вот это богатство, этот багаж пригождается? Или тут главное не фантазия, а вовремя словить момент? Фотография в этом интересна, что существует огромное количество сфер и способов применения. То, что вы говорите о возможности поймать момент, это связано, относится к репортажной фотографии, и там это является основным, основополагающим моментом. То есть это необходимо, да, это самое такое важный аспект в этом жанре. Но жанров существует огромное количество, и в некоторых важно проявить фантазию в частности. Да? Некоторые люди, как это называется, прокрастинация, да, когда вот я еще сделаю, потом, сегодня буду давать советы. Вот, один из советов. Не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, пробовать какие-то, экспериментировать, не бояться неудачи. В творчестве это немножечко даже абсурдно, бояться неудачи. Если снимок не удался, значит, следующий, скорее всего, будет более удачным. Опять же, если это выражение твоих творческих идей, то неудача в широком смысле, в принципе, невозможно. Это в любом случае успех, в любом случае удача, потому что снимок состоялся, композиция состоялась, и в любом случае, даже если снимок на лично твой, мой опыт, взгляд кажется не очень удачным, был получен опыт, который в последующих работах стоит использовать и уже следующие работы будут лучше. Опять Знаете, же, на твой личный взгляд. Я неплохо знаю ваши репортажные работы. Ну, так уж получилось, что они довольно, наверное, часто где-то мелькают, на каких-то порталах я вижу. А вот для вас репортажная работа – это все такое же творчество? Потому что мы уже как-то говорили здесь у нас с фотографами, когда стоит задача за 10 минут, сделать условно фотоотчет, чтобы это не было обидно, но тем не менее, есть ли время для творчества там? Когда хочется настроиться, выбрать ракурс, обойти эту зону, локацию несколько раз. Настроиться часто бывает нет возможности, и выбрать ракурс, допустим, тоже бывает не всегда возможно, потому что условия не позволяют, да.
Но, значит, такое стремление, желание, попытка поймать момент, предугадать немножечко, угу. что будет через долю секунды. Этот такой азарт, он может сравниться с охотой. То есть, когда... Я не охотник, но я так предполагаю, понятно, что, это... что когда человек следит за будущей своей добычей, он предугадывает ход куда полетит, положения. Куда побежит, да. Вы знаете, у нас просто один из операторов охотник, я каждый раз боюсь, когда он меня крупно снимает. Я не знаю, что он там себе думает в эти моменты. Но смотрите, раньше у вас было сколько там, 12, 24, 36 кадров, и эта охота превращалась просто в охоту за каждым снимком. Сейчас, когда, не знаю, сколько флеш-карта позволяет сохранять фотографий, там тысячи снимков, это все такая же охота или ушел вот тот азарт, тот запал и уже не так? Ну, не получилось это, но сделаю еще фотографию, потом выберу. Значит, почти так, но не совсем так. Профессиональные, особенно репортажные mm-hmm. фотографы, которые снимали во времена пленочных технологий, они не считали кадры. Просто была своя манера поведения, своя аппаратура. И пленок выходило потом в редакцию огромное количество. Выбирали снимки практически точно так же. То есть подход и манера сохранилась, изменилась технология, которая очень сильно упростила процесс. И хорошо, что так. Теперь есть больше времени подумать о кадре, непосредственно о композиции, о том, что будет внутри снимка, о содержании подумать, и меньше думать о том, резко, не резко, передержал, не додержал. То есть очень здорово, что сейчас именно такие технологии позволяют нам комфортно себя чувствовать в работе. Но это все приходит с опытом. А когда только начинали заниматься фотографией, ведь, наверное, преподаватели именно фотографии вот на тот момент у вас были? У меня были очень хорошие преподаватели изобразительного искусства, а исконно фотография в момент своего появления... Кто был фотографом? Вчерашний художник стал любопытствовать и изучать новые способы получения изображений. То есть, получается, вы сами постепенно осваивали там работу с тем или иным аппаратом, с той или иной камерой, ее возможности? Ну, вот когда я начинал фотографировать и знакомиться с фотографией, больше сложности было именно с точки в технике, да, то есть как проявить, как снять, какую пленку выбрать, какие у нее свойства и так далее, какие объективы, как они работают. Много аспектов, которые вызывали вопросы, и приходилось искать информацию. Опять же, какое счастье, что сейчас есть интернет. И огромное количество информации в свободном доступе. Тут главное понимать, что тебе интересно, и пользоваться этой информацией. Раньше приходилось читать книги, выписывать журналы. А сейчас не приходится читать книги. Слушайте, а вот вы сказали... Книги как для самообразования. Вы сказали, что вы делали диплом или курсовую работу фотографика, да? Мы это обозвали фотографика, потому что чисто технически фотография не могла быть результатом дипломной работы. То есть есть графика, есть живопись и так далее. И фотография... В перечне возможных компетенций не было. Я к чему это? Это такой прообраз работы с фотошопом, прообраз такого ретуширования? Или вот как это вообще выглядело? Да, для этого проекта было сделано, не побоюсь, это дипломная работа, это уже проект. Это один из первых. Это первый серьезный проект у человека. Это обычно получается такой длительный, продуманный, насколько хватало моей фантазии в те юные годы, да, когда я заканчивал университет. Значит, эта работа над проектом длительная. Было сделано очень большое количество снимков, и потом они объединялись в композиции. Там она называлась «Шахматы», там были полуабстрактная такая история о шахматных баталиях. То есть там был акцент на эмоции, акцент на фигуры, на текстуру.
К сожалению, я не принес сегодня пример. Но вообще, вот вы сказали, что таких работ было немного, то есть это для нас было, ну, чем-то новым, чем-то прогрессивным. В то время, да. В то время, да. Я просто к тому, что подобные работы, Артемий, сейчас поправляй меня, в Витебском центре современного искусства появилась фотография, сделанная в стиле фотографика. Сделана она была в 1000, там, в каком-то очень далеком году. Разрешите, я поправлю. Да, вот, поправляйте вы меня. Возможно, вы имеете в виду фотограмма? Да, я путаю, значит, это да? Это разные вещи, да. Фотограмма создается. Это один из способов получения изображения, один из приемов, в котором не используется пленка. Используется только фотобумага и расположенные поверх чувствительной фотобумаги материалы проецируются прямо через них, и в результате получается изображение силуэтное. Отпечаток объекта, все, который был. Видите, не расположен. Получилось у меня показать, что мы здесь немножко не успеваем за всем миром. Все, все было вовремя. Нет, этот наоборот, да, очень такой. Мы впереди планеты всей. Так что все, все отлично. А вот во время того периода, когда приходилось еще выписывать журналы и прочее, там же печатались статьи, если это журналы на фототематику, там печатались статьи о фотографах, о каких-то знаменитых именах. Вот у вас были какие-то фотографы, которых вы лично не знали, но чье творчество было вам близко? Вопрос с подвохом, потому что их огромное количество, и выделять кого-то конкретного сложно. Тогда давайте не будем выделять. У меня тогда вопрос. Вот, допустим, есть любимый мастер. Ну, у вас, допустим, есть какой-то любимый мастер фотографии. Вы изучаете фотографию, понимаете, что та техника, которая вам так нравится, она, ну, делается достаточно просто. Вот может ли это служить разочарованием в этом мастере, или как раз-таки в фотографии работает правило, что все гениальное просто? Ну, не все простое и гениально тоже. Это не тоже надо увлекаться излишним упрощением, надо искать, пробовать. Фотография, я уже говорил, разнообразна не только в своих, ну, я говорил о том, что она разнообразна в своих сферах применения, да, и рекламная, и фото на документы, это тоже фотография, и очень важный аспект нашей жизни, да, занимает. В частности, существует большое количество технологий, различных фотоприемов, и, казалось бы, за не очень большое время существования фотографии уже накопился очень большой опыт различных мастеров, которые с течением времени открывали какие-то новые, совмещали уже изведанные, перерабатывая во что-то свое, в оригинальные какие-то техники и приемы. Очень любопытно находить информацию и своим личным опытом испытывать эти технологии. Ну, как минимум, вот как, например, сейчас снимать на пленку, вот сегодня снимать на пленку, необходимости никакой нет. Но занимаются этим все еще достаточно много фотохудожников, именно фотохудожников. Профессиональная фотография сейчас уже исключительно цифровая, вот, но художники чувствуют материальность объекта, чувствуют это фотозерно классическое. Пленочное зерно. Вот. И есть, ну, действительно ценители этого способа, этого приема. Существуют и современные, значит, мастера, которые используют ретро-технологии, ну, так сказать, чтобы не дать погибнуть этим историческим явлением. А может, все-таки просто они так хотят выделяться на фоне всего современного? То есть, на самом деле, за этим не факт, что стоит что-то вот такое творческое? Я не соглашусь. Стоит. Да. И сейчас я попрошу показать работы, выполненные Алексеем Борисовичем в разных техниках. Он их прокомментирует, а ты поймешь, насколько ты ошибаешься. Ну, хорошо, давайте. Ну, эти фотографии выполнены в технике амбротипи. Амбротипи – это фотография на стеклянной пластине. Все реактивы замешиваются буквально вручную, и этот прием, эта техника фотосъемки одна из наиболее рукотворных. То есть только камеру я сам не сделал буквально, и стекло не сам отлил, но изображение, тем оно
ближе к изображению, например, картин. Это уже фотография цифровая. Значит, чем больше сделано собственными руками, чем меньше того же фотошопа, например, да, тем ближе фотография к изображению, нарисованному художником, графиком, тем выше, возможно, да, это мое мнение, просто тем выше его художественная ценность. Это очень трудоемкий процесс? Да. А да. Вот вам это нужно для того, чтобы, не знаю, вам просто это интересно, это какая-то необходимость, то есть, просто вот кому-то нужны фотографии такие, или это, вот, не знаю, потребность художника так делать? Возможно, кому-то это покажется странным, мое такое мнение. Данные технологии, которые требуют больше внимания, требуют больше к себе, требуют больше времени, усилий, особых каких-то подходов, они, эти снимки, заставляют их как бы так пережить, пропустить через себя. Цифровая фотография, она гораздо более сиюминутная, и если снимок сильный, с художественной точки зрения, да, если мы смотрим и есть мурашка, есть ощущение вау, то бесспорно. Но аналоговые технологии, конечно, техники заставляют чуть внимательнее рассмотреть объект съемки, чуть больше души в этом, если проще говоря. Плюс, вот мы немного раньше об этом заговорили, раньше пленку не считали, раньше снимали, столько кадров делали, сколько было необходимо. Вот это же уже не цифра, по-моему. Нет, это не цифра, это аналоговая, это съемка сразу на фотобумагу, проявление заливкой, кистью проявитель наносился на фотобумагу, которая была спроецирована, и проявлялась она теми участками, на которых был проявитель нанесен. Такая своеобразная виньетка. Это тоже раритетный прием. В старых альбомах можно наблюдать снимки, в которых изображение занимает не весь формат, а, допустим, пятно в центре или в каком-то фигурном изображении. Комбинируя, совмещая все возможные разные приемы, можно приходить, и нужно, и можно приходить к каким-то своим решениям, оставляя не только содержание, но и элемент творчества в процессе также. Вот в комбинации технологий, в комбинации техник и приемов получается что-то свое. А когда появилась удовлетворенность собственным творчеством? Вот когда появились первые фотографии? Нет, неужели нет работ, которые действительно самому нравятся? Сейчас я считаю, что лучшая работа у меня будет еще впереди. Есть удачные снимки. Я вижу, что они неплохие, но как-то нету у меня привычки гордиться. Все-таки, на мой взгляд, если в любом деле наступает этап, когда все, я добился, я смог, это значит, уже пора чем-то другим начать заниматься. Здесь уже вершина достигнута. Нет, зачем гордиться, а радоваться удачно? Радоваться, безусловно, получается. Значит, очень большую радость испытывает художник, в частности, я как фотограф, когда удается организовать выставку. И когда видишь глаза довольные, глаза своего зрителя вживую. Конечно, лайки в Инстаграме тоже очень приятно получать, но все-таки это не то. Не в той мере. То есть я делюсь с вами своими ощущениями и рекомендую и очень так сильно намекаю, что очень большое удовольствие и хороший смысл есть в осуществлении реальных проектов. И опытные художники, они это прекрасно понимают, молодые не совсем сейчас об этом задумываются. Призываю к более активной деятельности в реальном мире, то есть участвовать, организовывать самостоятельно, принимать участие, если есть организаторы, откликаться на приглашение, потому что вот эта радость, вот этот вот хороший адреналин,
он очень ценен. Он, это стоящая вещь. Ну, у нас появился третий гость за столом, так что все хорошо. Мы теперь втроем. Паук. А, ну пусть. А, кстати, вот вы фотографируете вообще, не знаю, там, только людей, только, там, условно, события, только пейзажи, там, я просто подумал, может, животных. Есть какое-то вот у вас предпочтение к чему-то? И разница там, что фотографировать? Или, в принципе, не знаю, что нравится, то и может стать объектом вашей фотографии? Есть такой момент. Значит, мне нравится снимать людей. То есть, ну, мы это уже видели, то, что на каждой фотографии потому, есть потому что человек. Буквально все, что вы видели, являлось портретом. Но одновременно с этим ловлю себя на мысли, потому что буквально с детства, буквально с художественной школы как-то не только учили рисовать, но и учили опасению такому быть банальным, быть посредственным. Не в личном образе, а в изображениях, да, в своем творчестве. Вот. И возникают вопросы и такое желание пробовать что-то еще. Поэтому можно сказать, что в большей степени я себя вижу и представляю, ощущаю как художник, фотограф, портретист. Ну, вот, например, относительно недавно я стал пробовать себя и в живописи, и там мне нравятся пейзажи, например. И вот так. Но про живописные работы поговорим. Я не знаю, может, мы сейчас сделаем небольшую паузу, паучка пофотографируем, а потом... Это не совсем паучок, это наши нанотехнологии, это у нас новый вид камер. А, вот как. Нет, хорошо, я предлагаю действительно сейчас сделать небольшой перерыв. Слово Сергею Маркову, его рубрике «Строкаты и патерки». После этого сразу вернемся. Привитание, сябры. Вясна – гэта час, калі хочацца хутчэй ўжо скінуць гэтую цёплую цяжкую вопратку і больш бавіць часу на вольным паветры. Але ёсць рызыка захварэць. Ці ёсць яшчэ адно нашае слова – занядужаць, што і значыць пачувствоваць сябе слабым, нездаровым. Про такі стан, калі адчуваеш сябе хворым і стомленым, у беларусаў існуе прыказка, якая вядома далёка за межамі нашай краіны. Ну, вы ўжо, напэўна, здагадаліся, гэта усеагульная млявасць і абыякавасць да жыцця. Не раскісайце, сябры. Вітаміны, лекі, гарачае пітво і добрыя словы родных абавязкова знядужага зробяць з вас дужага, шчаслівага і здаровага. До встречи, сябры. Усім счастья, здоровья, кахання. Мы вновь в студии телекафе «Вечерний Витебск», где сегодня у нас в гостях интереснейший собеседник, фотограф Алексей Карасев. Алексей Борисович, ну вот мы остановились на художественном творчестве, но перед тем, как к нему перейти уже непосредственно к живописи, хотел вас спросить, на сегодняшний день вы являетесь еще, помимо вашего творчества как фотограф, вы являетесь еще преподавателем фотографии. И работая с детьми, практикуя фотографию, ну, с молодыми людьми, вот вам это интересно, как практикующему фотографу? Делитесь ли вы идеями? Опять-таки, вы говорите про проекты, про выставки. Как-то, может быть, какие-то совместные проекты организовываете? Да, безусловно. Я искренне очень люблю свою работу. Я уже 7-й год работаю в этом колледже, в Витебском государственном технологическом. Колледже, преподаю фотографию. И, во-первых, мне очень нравится один момент. На мою специальность есть конкурс. Есть конкурс, то есть это прямое обозначение того же факта, что есть интерес. А когда есть интерес, у меня, естественно, есть ответный интерес.
Извините, а абитуриенты, они знают, кому они попадают? То есть, кто будет у них преподавать? Ну, то есть, условно, они поступают, потому что там вы, или они поступают туда, потому что там эта специальность? Я вот что хочу выяснить. Ну, некоторые ребята, особенно витебские, они слышали. Но, опять же, социальные сети, Инстаграм, они даже если не знают, узнают, и ну, их охота меньше, желание поступить меньше не становится, да, возможно, больше. Но есть ребята из районов, областей, в принципе, из Беларуси приезжают. Немного где преподают фотографию именно в государственных учреждениях образования. Есть всевозможные курсы, но... Немного где преподают на таком уровне. А я вообще только витебский, вот. Только здесь. Не хотел, но... Ну, ладно. Значит, ну вот, на правах не рекламы, а просто хотел бы обратить внимание, если вы молодой человек, если вы закончили 9 или 11 класс, и у вас есть интерес к изобразительному искусству и к фотографии в частности, то добро пожаловать. Для начала на конкурс, а там ну, уже да, да, как сложится. Вы сделайте попытку, так, если вам повезет, то... Тогда так, вам прямая дорога сначала к Алексею Борисовичу, а потом к нам. Да, что касается в процессе учебы, мы стараемся активно принимать участие в различных мероприятиях, но самым, одним из самых ярких является конкурс «Мельница моды» в Минске проходит. В этом году был 30-й юбилейный конкурс. И ну, для детей это хороший стимул, это достаточно известный, знаменитый, так сказать, значимый конкурс «Мода и фото». И вот я как преподаватель и участник тоже, и ребята как участники готовим проекты. Это такой хороший стимул в рамках учебного процесса не просто уметь, но и пополнить портфолио уже достаточно серьезными работами. Ну вот сегодня очень большую роль в воспитании молодого поколения, да и вообще, в принципе, нашего современного человека, именно характера воспитания являются социальные сети. Вы работаете с людьми творчески одаренными, поэтому как есть, так есть, но для творческих людей социальные сети – это возможность реализации или, наоборот, это что-то такое негативное, что отрывает и от времени, которого и так не очень много, и отрывает от вообще реального мира, от пространства. Как вы к этому относитесь? Здесь вопрос, как и в любом деле, излишне увлечься можно чем угодно. Грамотный тайминг поможет совмещать и находиться в полезном таком дозировании. Да, ну, социальные вот вы говорили, сети, конечно, да, позволяют очень беспроблемно набрать аудиторию и демонстрировать свое творчество. Ну, в нашем смысле мы говорим о фотографии, да, то есть те, кто снимает и позиционирует себя как фотохудожник, как фотограф, конечно, это очень хорошо. Но ну, есть опасность увлечься ну, как пустым общением или подсчетом лайков. Нет, ну опять-таки, вот мы с вами говорили про выставки. А для чего делать выставку, для чего распечатывать фотографии, искать рамы, делать паспорту, развешивать это все, мучиться, потом еще мучиться собирать народ, там что-то ему рассказывать. Когда можно там буквально за час подобрать фотографии, обработать их в фотошопе, выложить там на свою страницу в социальной сети, вот тебе аудитория, которую вряд ли соберет сегодня какой-то выставочный зал. Все видят твои фотографии, ты получаешь свои лайки, ты получаешь свои комментарии. Ну, есть множество нюансов, которые можно учитывать. Значит, реальный проект, он позволяет испытать реальные эмоции. Да? То есть об этом мы уже говорили. Вот эти самые ощущения, которые получаешь на открытии, это ни с чем не сравнимы. Никакие лайки, никакие инстаграмы не дадут этих ощущений. В частности,
подготовка выставки, это тоже меняет отношение твое личное, если ты сам весь проект ведешь, если ты его от идеи до реализации осуществляешь, в твоих глазах и в глазах твоих зрителей значимость и не стоимость, а именно ценность работ сильно возрастает. Не надо уделять внимание чему-то одному. Естественно, и социальные сети, и реальные работы, они должны сосуществовать и взаимодополнять друг друга. А вот вы известны еще как человек, устраивающий не только стандартные выставочные проекты обычные, но и акции, перформансы, там благотворительные акции. Вот для этого могут подойти, скажем, социальные сети? Или это все равно только вот вживую должно быть? Конечно, могут, но, опять же, я сторонник более реальных проектов, реальных в смысле происходящих в реальности, а не в интернете. Но социальные сети позволяют очень хорошо информировать людей, и, допустим, если человек хотел, но не смог посетить выставку, он фотоотчет просматривает и получает долю, но все-таки некоторую информацию и впечатление также некоторые испытывают. Так что... Ну вот мы как раз с вами говорили и о выставках, и вообще о планах, которые до начала программы, которая во многом изменила и внесла свои коррективы пандемия. И вообще, что касается пандемии, то с общечеловеческой точки зрения тут все понятно. А вот с точки зрения творческого человека, вот можно как-то эту тему преобразовать в художественную фотографию? И как вам кажется, много ли будет подобных проектов? То есть мы видим сейчас такую хронологическую фотографию, по большей части репортажную, ну, как правило, а вот именно с точки зрения художественной фотографии. Ой, ну, тут вопрос такой, знаете, моего личного отношения. Сейчас расскажу, что я имею в виду. Очень много существует арт-объектов, арт-проектов, в частности, на тему пандемии. Абсолютно на любую тему существует огромное количество арт-проектов, но я бы хотел как можно меньше касаться этой темы, просто чтобы она поскорее испарилась и перестала существовать в нашей жизни. Наоборот, то есть не касаться ее, и пусть она исчезнет. Хорошо, опять-таки, тогда с точки зрения все-таки вот именно творческого человека, занимающегося фотографией, вот вам интересно было бы оказаться с фотокамерой вот в тех городах-призраках, которые мы видели в прошлом году, когда я никогда бы не поверил, если бы сам не увидел, что там Елисейские поля могут быть без единого человека, что центр Рима может быть абсолютно пустой. Вот с точки зрения творчества это интересно, ведь это единичный случай. Безусловно, конечно. Но тут момент какой. Если... Вопрос случая решает очень много, в творчестве и в жизни в целом. Если возникнет предложение поучаствовать в подобном проекте, то, конечно, я не буду отказываться. Это очень интересно. Нет, я надеюсь, что уже подобных проектов не будет. Сейчас уже как-то города стали городами. Мы это рассматриваем как пример. Ну, вообще, на самом деле, да, действительно, потому что это интересно. Можно было бы идти и много интересных реализовать, правда? Ну, это хорошая мысль. Ваши студенты, для вас это источник каких-то идей, какого-то вдохновения, или все-таки вы их учите, чем они вас? Интересно бывает, что пытаясь рассказать, значит, я ловлю себя на мысли и опасаюсь этой мысли, значит, я сильно не хочу, очень не хочу навязать свое мнение ученику. То есть, что касается обучения каких-то технических аспектов, да, то есть, то, безусловно, да, я объясняю, показываю, рассказываю. Техника фотографии имеет большое значение, да, то есть уметь пользоваться инструментом важно, да, для достижения конкретных задач. Но сильно остерегаюсь и осекаю себя, когда увлекаюсь навязыванием
все-таки вот так будет лучше. Уже непосредственно в создании композиции, в создании изображения. Потому что возраст не имеет значения, и даже опыт не имеет значения. В большей степени я даже могу вспомнить, у меня есть папочка своих совсем буквально первых работ, и как-то вот попадаются на глаза, полистаю, как интересно. Ну, то есть вот были моменты, хотя это буквально первые шаги. Потом откладываю и забываю опять на время, да. То же самое, опыт, он важен в профессиональной деятельности, да, то есть когда репортажный фотограф идет на мероприятие, он должен гарантировать качество. В изобразительном, именно в искусстве, в творческой фотографии опыт порой даже может немножечко и помешать. Вот этот вот наивный детский подход, значит, он зачастую хорошо смотрится. И сохранить вот это детское восприятие, вот это наивное восприятие, незаклишированность и легкость восприятия – это очень важно. И навязывать свой опыт молодым ребятам, своим ученикам, я стараюсь этого не допускать. Вот сейчас очень многие фотографы, особенно старшего поколения, говорят, что с появлением цифровой фотографии, с уходом от пленочной фотографии, молодые фотографы стали очень легкомысленно к снимку относиться. Вот это так или нет? Во все времена, когда существовала фотография, я имею в виду в эти времена, вне зависимости от технологий получения изображения, существовали семейные селфи. Селфи было всегда. Просто раньше их было меньше, потому что изображение было получить сложнее. Сейчас объем увеличился, но как бы содержание фотоконтента, по сути, осталось то же. Из этого огромного количества изображений и авторов этих изображений в таком же примерно процентном соотношении выделяются люди творческие, которые относятся к процессу получения изображения как к созданию творческого произведения. Очень много существует любителей, и ни в коем случае их нельзя в чем-то как бы ограничивать. Фотография тем и хороша, что она очень доступна, легка, и пробовать и искать себя никому не запрещено. Ну вот раз мы сейчас заговорили про селфи, у вас есть целая серия работ, я думаю, что не одна серия, которая сделана на мобильный телефон. Сейчас я попрошу это показать, а вы расскажите, как эта техника работает. И на сегодняшний день просто мобильные телефоны стали настолько продвинутыми, что ими можно делать по-настоящему профессиональные фотофото. Значит, эти снимки были сделаны в рамках вышеупомянутого конкурса «Мельница моды». Да? Там было ограничение, что снимки должны быть выполнены именно на телефон. И я никогда не был любителем, и по своему какому-то такому свободному желанию я предпочту фотокамеру со съемной оптикой, проверенную технику, да, с которой работал. Но я убедился, что современные технологии в мобильной камере также позволяют достигать очень высокого качества. И даже некоторые фотоприемы и эффекты возможны. Не все еще, конечно, далеко не все, но снимки получились вполне приличными. Но они все равно были напечатаны, оформлены в рамы. Я к тому, что неважно, какой инструмент используете для получения изображения, они все равны, главное, уметь ими пользоваться. Вот что интересно, мы смотрим фотографии с вашего телефона, и нет ни одной вашей фотографии. Обычно в телефоне у каждого человека есть фотографии себя. Алексей Борисович не любит фотографироваться. Вот я и хочу узнать, вас вообще можно фотографировать? Есть тот человек, который имеет право вас фотографировать? Я не знаю. Вы сами себя, может быть, там как-то, как автопортреты? Ну, как бы большого желания, чтобы меня фотографировали, нет. Если это необходимо, позирую. Mm-hmm. Ну,
Для паспорта, для визы. Да. Например. Ну, понятно, паспорт, виза — это все. Я себя гораздо более комфортно и естественно ощущаю по ту сторону, да. За камерой, да. Ну и опять же, мы еще до передачи шутили на тему, что семья, в которой папы нету в альбомах на фотографиях, потому что папа сам фотографирует. Это да. Ну хорошо, вернемся тогда все-таки к фотографиям. Вот если понятно, что можно фотографировать на все что угодно, в том числе на телефон, и главное не переусердствовать там с какими-то эффектами и прочим, но вот если все-таки вы видите неудачную фотографию у ученика, у коллеги, вы критикуете ее? Значит, пытаюсь быть тонким психологом, получается, не всегда, но пытаюсь. Вспоминаю себя в юные годы, когда я только начинал фотографией заниматься, да, и насколько это было тяжело и неприятно, даже если, ну, даже когда критика была как бы спрошена, да, когда ты сам хочешь, чтобы тебе пояснили, достаточно тяжело воспринимать эти комментарии. Вот я помню те моменты, которые сам переживал в свое время. Стараюсь очень мягко пояснять. Опять же, я буквально всегда, я уже надоел своим студентам, но я говорю, мое мнение, то есть я так думаю. Но ты, как ты думаешь, это твое мнение. То есть ты можешь делать как угодно, я просто с высоты своего опыта, да, у меня есть мнение, но я его не навязываю. Это очень важно, я считаю. Значит, да, мягко подступаясь, так как бы шаг за шагом поясняю. Просто есть так называемые ошибки, ну, в той же композиции или технические приемы, которые совершенно точно являются ошибкой. Да? В изобразительном искусстве очень много примеров. Ну, например, абстрактная живопись очень такой спорный момент для обсуждения. Качество мазка или выбранной палитры. То есть это удел и дело художника, как он считает и как он мыслит. Фотографии тоже могут быть вольности и допущения творческие. Важно, чтобы они были обоснованы в рамках идеи, в рамках какой-то концепции. Если это так, то работа может быть условно некачественно выполнена, но она осуществляет замысел, как бы реализовывает. То есть критику возможно, но так, чтобы не отбить желание заниматься этим делом. Очень стараюсь, чтобы да, не отбить. Мы сейчас заговорили о мазках художника, я так поглядываю на время, чтобы мы успели поговорить о вот ваших... А сейчас мы к этому и перейдем. Я хотел спросить, что вы человек из обоюдной творческой семьи. У вас супруга человек творческий, и мы ее тоже очень ждем. Я хотел спросить, она как раз-таки в какой-то степени является вашим цензором? Она главный цензор. Ну, как бы... То есть ей позволено критиковать работы? У меня нету человека ближе, и мне... Ну, это судьба такая нас свела, что мы занимаемся очень схожими, ну, буквально одним делом. Скажите, она так же деликатно, как вы со своими учениками, подходит, подступает издалека, говорит, это только мое мнение, но ты, пожалуйста, уж прислушайся. Конечно, нет. Конечно, нет. Она говорит то, что думает, и я ей очень признателен за это. Ну, а кто, если не она, скажет, как есть на самом деле? Потому что иногда бывает некоторая такая пелена на глазах. Кажется одно, но выслушав и осознав, понимаешь, что да, действительно, есть что на что обратить внимание прямо сейчас или уже в другой работе, приняв этот опыт. Ну, так или иначе, я ей крайне признателен. Ну, это правда. Кем бы мы были без наших жен, это лучше даже не задумываться об этом. А вот именно занятие живописью, это влияние супруги или все-таки собственное желание? Собственное желание. Пришло время, так сказать, созрел. Тут сложно что-то сказать. Образование позволяет заниматься этим как бы без...
без зазрения совести. Просто утром проснулись, решили, так, все, иду, покупаю холст, беру краски и начинаю вспоминать. Буквально почти так. Почти так. Сначала, ну, я не то чтобы прям... Я человек спокойный по темпераменту. Я сначала приобрел скетчбук, некоторые графические материалы, маркеры и сначала немножко расписался. А потом уже, да, скупил половину магазина и очень люблю акварельные техники. И сколько сейчас уже на сегодняшний день работы, когда ждать выставку? Небольшая выставка совместная была, колледж делал выставку, и там такая хорошая стена была заполнена моими работами. Посмотрел на это дело со стороны и понял, что хочу продолжать. Это был такой первая ступенечка, и желание не пропало, наоборот. А как ученики, появился коллеги азарт. Отнеслись к тому, что вас же знают по большей части все-таки как фотографа? Удивились? Ну, с любопытством интересовались. Коллеги немножечко, ну так, хихикали чуть-чуть. Но у нас очень... По-доброму. Да, по-доброму. У нас очень хороший коллектив, очень добрый, взаимовыручающий, понимающий. Поэтому очень хорошее одобрение получил. В частности, вот на этой выставке были сказаны хорошие слова. Я был очень вдохновлен этим этапом. Ну, вообще, как вы чувствуете силы? Мы не потеряем фотографа, а приобретем живописца? Или есть и такой риск? Нет, рисков никаких нет. И на своем примере хотел бы тоже очередной совет молодому поколению высказать. Не надо стесняться пробовать что-то новое. Ну, по крайней мере, в рамках искусства, например, да, если вы занимаетесь одним видом, жанром, стилем, то вам абсолютно ничто не мешает пробовать себя еще и еще и еще. И тоже не надо, как бы так, излишне зацикливаться на таком самокритиковании, когда я недостаточно профессионален, я недостаточно сам процесс. Ну, недаром существует арт-терапия, да, когда человек, в принципе, не рисующий, рисует и получает удовольствие от процесса. Значит, даже сам процесс – это уже большое дело. Но, опять же, надо понимать, что самые первые работы вряд ли они будут достойны выставки, но есть смысл ставить некоторые цели, задачи и стремиться их выполнять, идти к целям, идти к мечте. Алексей Борисович, ну вот мы сегодня уже говорили о том, что вы не очень любите фотографироваться. А как вам быть героем телепередачи? Ну, как вы предполагали, не так страшно. Ну вот и замечательно. Значит, ждем вас через очень короткое время. Обязательно в гости приходите. А пока что творческих вам успехов, вдохновения, чтобы оба направления творчества развивались и приносили радость. И очень ждем выставок. Спасибо большое. Огромное приходите. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, мы желаем вам отличного настроения и очень скоро увидимся. Пока. Сейчас самое время изучить инстаграмы нашего гостя, тем более их два. Один для фоторабот, один для живописных работ. Ну, зайдите, добавьте лайков, я думаю, будет приятно, Алексей Борисович. В завершении Weekend Band. Мы с вами увидимся завтра. Нескучного вам вечера. Пока. They gonna rip it off.
Thank you.